Да. Подожди, подожди. Подожди. Лед надо убрать. Чуть-чуть назад дай. Попробуй. Вперед, все, стой, стой, все, все, все. Все раскачивается, выходит, тут мелко уже. Сейчас, выскочи. Вот давай. Туда, вот, руля, покажи ему. Не, прямо, там вместе. Все, выполз. Чуть покороче, да? Вот так мы едем с рыбалки. Так едем с рыбалки, говорю. Да. Долбим лед, чтобы проехать на Ниве. Мосты строим. Да. А иначе а рыбалку мы проскочили, провалимся, да? И не проедем. Так мы пробиваем дорогу. Вот мы выдолбили лед с пешней. Минут 20-30, наверное, долбили. Вот он. Минут 20-30. Полтора часа. Какие 20? Ну, сейчас, в принципе. С Богом. Это глубина. Чуть-чуть ему не хватает. Ну. Не, назад пускай побольше, да. Давай, давай, давай.
пошел. Все, вылетел. На лорик. Так, теперь наша. Малорик! Вот. Нива Шевроле лучше идет, оказывается. Да. Андрюшка, поле наше красавец. Да. Что, замочил ноги? На тебе, я сейчас носки сниму. Ладно, пока не надо. Не надо носки. Как это не надо? Что толку-то? Да ты что? Да ты подворачивай. Смотри. Нет. Ну, конечно, получше. Ну, вот. Этот. Термос попить потом туда нахуй. У меня там тоже чай есть. Зеленый там. Да пойдет. Серега, иди сюда, Серега. Этот я хочу, блядь. Вот. Такое бывает на рыбалке. Еще одна большая лужа. Да. Тут надо почистить еще. Почистили третью лужу. Третья, последняя лужа. Вот так. Так. Пошла Нива. Последняя, третья лужа. Опа. Кто-то уперся вообще там крест. Да. Яму он какую-то провалился. Конец, да, знаешь! Это тупилипели, на что мы сели. Надо немножко туда брать, что ли? Бля, лед пошел. Стой пока. Тут льды пошли. Попытка номер два. Красавчик. Быстрее, пока не запамятовали. Курс. Давай, теперь наша. Поехали. Вон рульдину, рульдину убрать. Рульдины надо поубирать. Сейчас, лед уберем. Наша Нива. В легкую. Ну все, последняя лужа, проехали. Ну все. Давай, Николаев, поехали. Экстрим наш закончился. Мы, блядь, пока все. Да, оказывается, и здесь проваливается. Не, уперся он, все. Открой, вот. Это лужи проехали. Оказывается, не пока еще. Да, устали как собаки сегодня. Тут еще Нива стоит. Надо вытаскивать. Потом мы поедем. Да. До утра домой что доедем, надеюсь. Вперед! Вперед!
пошел, пошел. Не. Резина, блин. В лед уперся. В каком месте? Вот в этом. Это уже пятая лужа, оказывается, не три. Ничего себе. Все, все. Все, выехал. Теперь наш. Надо лед почистить. Вот так мы копаемся уже часа 2-3, наверное. В луже. Уже пятая лужа. Впереди, говорят, еще лужа есть. Там хребет, да? Там тоже, говорят, жопа дальше. Теперь наша Нива. Проехал в легкую. Дальше еще что там? Еще хуже, да? Надеемся, что больше таких луж нету. Ладно. Теперь все. Пока всем. Еще лужа. Давай! Это экстрим. Че, Настя спросила, ты рыбу везешь? Фига рыба. Так, держи. Ну все, прощайтесь. С чем прощаться? Со льдами. Со льдами? Со льдами, да. Ну не знаю, не знаю, что там еще. Для кучи и в песке застряли. Как? В песке. Зыбучие пески. Да. На мост сели. Ну что, пробуем? Вы готовы?